Неужели все? Фух, наконец-то. Бухарь, все готово. Я зачистил гнезда. Теперь на горе будет чуть меньше фриков. Эй, Дик, как дела? Много их было? Ага, но я решил их засветло зачистить. Они же не любят дневной свет. Да, ну так, так, наверное, и надо. Ну, в общем, это, спасибо, что помог, Дик. Подремал бы ты, Бухарь. Отбой. Слушай, Коуп, этот парень, которого я ищу, кого он убил? А тебе-то что? Просто очередная работа, разве нет? Это да, ты прав. Но я хочу знать имена. Кто они, Коуп? Одного из них звали Рэндалл. Он прожил в лагере почти год. Двое других мне неизвестны. Что, выяснить? Нет, не надо. Как найдешь мерзавца, дай знать. Отбой. Посмотрим. Эй, ты прям сюда зачастил. Мэнни, как поживаешь? Собираешься просто так стоять? Буду ждать. Да? Не-а. Пока. Дикон. Как поживаешь? Класс. Я могу предложить еще что-нибудь. Хорошо. Лады. Эй, Коуп. Наверное, Леон вез тебе это. Дик. Ты сделал верный выбор. Верный выбор. Иди к Мэнни, он поможет тебе с твоим байком. Коб говорит, ты много помогаешь в лагере. Она тут ценит, хоть и молчит. Мэнни, как поживаешь? Я вот все думаю про фриков. Что тебе нужно? Они... Просто смотрю. Боль чувствуешь?
Или хоть что-нибудь. Пока что все. Сейчас открою. Хочешь что-то предъявить? Тебе получше. Чего тебе надо? Че, проблемы? Походу, дождь собирается. Лучше, наверное, пока не развешивать. Эй, постой! Лена, ты не спишь еще. Ну, не спится мне. Ты помнишь, что я тебе говорил? Да. Ну, ездил бы ты туда, Тих. У тебя от этого башню сносит. Ухарь, я... Слушай, я езжу туда, потому что там фрики. Нам нужны трофеи, а уж где их добывать, мне похрен. И тюльпаны фриком везешь. Я видел сегодня утром на столе. Такие же, какие у нее были тогда, на свадьбе, я помню. Я не буду... Так, короче, ты там лежи, отдыхай. Я занят, конец связи. И это не тюльпаны, это отчитки. Глаза разуй. Это здесь. Вот так. То, что надо. Вот он! Серебристый шлем, красный бензобак. Это он! Дерьмо! Что за хрень? Ты думал, можно ворваться в лагерь Коупленда, устроить пальбу и просто свалить? Убил людей, взял что нужно и уехал. Как будто в супермаркет зашел. Пошел ты на мат! Ты работаешь на Кокланда, да? Лезь уже!
меня ведь не скроешься! Не упусти его, Дик! Вообще-то Коуп это не одобряет. Я и сам не в восторге, если хочешь знать. Порочишь репутацию намадов. А если бы ты убил Мэнни, кто бы мне тогда чинил байк? Тупой ты урод. Нет, нет, пошел ты! Ты шестерка Копленда! Сучонок! Вот ты кто! Сучонок! Коуп, все готово. Он у меня. Отметь координаты и высылай людей. Он жив? Ты слышишь? Да, жив. Но на будущее гарантировать на этот счет ничего не могу. Отбой. Передай ему. Передай ему. Бухарь, ты на связи? Я просто хочу узнать, как ты там. Да, Дик, я здесь. Пошел ты в жопу! Держись, братан. Как только твою руку подлатают, мы поедем на север. Как ты и хотел. Эх, надеюсь. Эх, плохо мне без дороги. Ты, главное, поправляйся.